На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельский ВРЗ в 13-м туре чемпионата Беларуси по мини-футболу дома обыграл «Динамо» БНТУ. Хозяева довольно быстро открыли счет в матче. Уже через полторы минуты после стартового свистка Евгений Клочко пополнил свой бомбардирский багаж. Находясь недалеко от центра поля, лучший снайпер чемпионата отправился в сольный проход и, похоже, застал врасплох оборону минчан 1-0. На экваторе тайма динамовцы цифры на табло уравняли, отличился Дроздов. Клочко на 8-й минуте мог оформить дубль, однако не сумел забить заработанный на себе же пенальти. На 12-й минуте голкипер гостей Максим Трофимович, имея в пассиве желтую карточку, снова неаккуратно сыграл против Клочко. Судья назначил штрафной удар и удалил капитана минчан. Вагоностроители тут же реализовали большинство. Розыгрыш стандарта точным ударом завершил Воронин. Вскоре заяц Матиевский довел преимущество хозяев до 2 голов. После перерыва вагоностроители играли по счету, за что вполне могли поплатиться. На 31-й минуте Якубов сократил отставание «Динамо» до минимума. К счастью для хозяев, на этом голевые события в отчетном поединке и завершились. Победа 3-2, и ВРЗ вновь на второй строке в таблице чемпионата. Лидирует не знающий поражений «Витен». Между тем, состав ВРЗ пополнил игрок сборной Армении по мини-футболу. За время своей клубной карьеры Давид Асланян выступал за российские «Тюмень», «Прогресс» из Глазова и «Нефтеюганский Блик». В ближайшую субботу «Гомельская энергия» может вернуться на вторую строку таблицы элитного дивизиона волейбольного чемпионата Беларуси. После поражения дома от «Шахтера» гомельчане опустились на 3-е место, пропустив вперед «Минский строитель». 13 февраля команде Романа Аплевича играть именно против столичной дружины. Опыт побед над этим соперником в этом сезоне у гомельчан есть. В первой лиге мужского волейбольного чемпионата Беларуси гомельские команды одержали победы. «Бумпром» дома был сильнее могилевского «ЦОР Коммунальник» 3-0. «Газовик» также праздновал викторию, обыгран «Оршанский взлет» 3-0. В турнирной таблице первой лиги «Бумпром» на 2-м месте, «Газовик» на 3-м, лидирует столичный «РГОР» 2003. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».